В Югре с наступлением Нового года ожидают и новых крупных спортивных стартов. Меньше чем через неделю в столице автономии пройдет чемпионат УРФО по лыжным гонкам, он же этап Кубка России. Сейчас сборная нашего региона находится на сборах в Удмуртии. Но уже 24 января югорские лыжники поведут борьбу за награды на родной трассе. Помешать выиграть им могут только лишь последствия эпидемии гриппа. На прошедшем в Белоруссии чемпионате Европы из-за инфекции слегло чуть ли не полкоманды. Однако, как уверяет тренерский штаб, спортсмены должны успеть восстановиться. Мы, конечно, будем бороться. Чем нам бояться? У нас прекрасные ребята, то есть хороший состав. Я думаю, в этом году мы будем биться на всех дистанциях. То есть поэтому тут бояться нечего. Как бы мы будем показывать там достойный результат. Готовить трассы к масштабным соревнованиям начали еще год назад. Турниры различного уровня будут проводить на 7 разных трассах. Все они уже прошли сертификацию. Впрочем, высокий уровень гостеприимства распространится не только на спортсменов. Болельщикам и журналистам также будет комфортно. Губернатор Югры Наталья Комарова выразила уверенность, что всех нас ждет грандиозное событие. После блестящей победы нашего Сергея Устюгова на многодневке тур Дыски ценность этого чемпионата, безусловно, выросла. Очень хорошо отработал наш земляк, очень хорошо отработал на чемпионат России по лыжным гонкам. И думаю, что мы будем свидетелями высококлассных, бескомпромиссных состязаний мирового уровня. Через 2 месяца в Югре стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Кроме того, в Ханты-Мансийске готовятся принять 2-ю всероссийскую зимнюю спартакиаду инвалидов, а также международный югорский лыжный марафон. Дмитрий Круковец, Сургут Интерновости, при поддержке телерадиокомпании «Югра».